Как раскрыть таланты студента, дать возможность проявить себя и научить адаптироваться в современном обществе? Ответ на этот вопрос знают в Айхальском филиале МРТК. В учебном заведении действует студенческий совет. Как в колледже привлекают молодежь к общественной жизни, расскажет Оксана Мезенцева. Данил Камышин – студент второго курса, активист-затейник, участник и организатор практически всех мероприятий в колледже. Надо участвовать, нужно развиваться, идти к чему-то, какие-то идеи. Когда есть движение, тогда есть и развитие. Нет движения – нет развития. В общественной жизни колледжа участвуют все студенты. Работа есть для каждого. Ребята проводят патриотические уроки, спортивные мероприятия и сдают стенгазеты. Многие ребята, учась до прихода в наше учебное заведение в школе, не очень активно, а порой и совсем не участвовали в общественной жизни своей школы. Именно поэтому наш педагогический коллектив считает, что необходимо дать возможность проявить себя студентам в разных направлениях своей деятельности. Студентов-общественников Айхальского филиала МРТК знают и за пределами колледжа. Ребята работают волонтерами, творят добро, воплощают в жизни социально значимые проекты. Идеи молодых и инициативных поддерживают в местной администрации. Они должны почувствовать, что это наше будущее. Через 10, 15, 20 лет это наше завтра, и они будут руководить нашим обществом. Вот эти навыки необходимо сейчас им уже прививать. Каждый год состав студенческого совета обновляется. В общественную жизнь вовлекают и первокурсников. Работу активистов поддерживает и родительский комитет колледжа. Ежегодно лучших студентов отмечают грамотами. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».